Шум поездов, рев моторов, дорожная пыль – причины дискомфорта для жителей улицы Беляева. Их дома расположены вдоль дороги общего пользования, да еще и железнодорожная сеть также проходит рядом. В Щелковском муниципальном предприятии «Дороги и транспорт» считают, что отчасти поможет в этой ситуации зеленый щит – посадка 26 молодых елочек, которые со временем смогут создать для жителей микрорайона Бахчеванжи зону комфорта. Сегодня мы представляем реализацию проекта «Вторая жизнь дерева», в рамках которого мы высаживаем деревья, которые подлежали вырубке и уничтожению, мы высаживаем в полосе отвода дорог. Приглашаю по одной елочке посадить, потом рассказать своим детям и внукам, что вот эта вот аллея, когда она будет уже большой, посадили лично вы. Подарить вторую жизнь деревьям участники акции смогли практически в буквальном смысле. Эти елочки не были закуплены в садовом магазине. Многие из них переехали сюда с полей сельхозназначения, где по весне могли быть уничтожены. Это саженцы сельхозполей, которые у нас подлежат в следующем году обработке. Вот. Поэтому они были оттуда удалены и пересажены здесь. Жители микрорайона Бахчеванжи, в том числе и подрастающее поколение, не остались в стороне, а с удовольствием присоединились к акции. Конечно, важно. Все-таки озеленение нашего района, нашего поселка, благоустройство – это все очень красиво. Поэтому, конечно, важное мы дело делаем. Акция в микрорайоне Бахчеванжи стала пилотным проектом. Следующую посадку планируют провести на улице Институтская, после того, как там завершатся работы по замене асфальтового полотна. Александра Гранич, Сергей Васильевский, телерадиокомпания «Щелково».